спортивные, смелые, закаленные девушки собрались в центре города, чтобы поучаствовать в Beauty Run 2023. Это я запомнила такую расписку о том, что претензий, собственно, не имею. Спасибо. Мне на регистрации выдали такой пакет. Давайте посмотрим, что там. Так, мой номер, вот такие мюсли и еще какая-то сладость. Какой-то протеиновый, наверное. Да, протеиновый шоколадный батончик. Участницы уже, как и я, собственно, получили номера, прикрепили на куртки. И давайте узнаем, что заставило девушек прийти сегодня ранним субботним утром на забег в такую погоду. Я здесь, потому что участвовать в таком мероприятии приятно вдвойне. Это мои не первые соревнования, но, надеюсь, не последние. И сколько раз вы уже участвовали в конкурсе? Это будет третий раз. А это ваш первый забег? Нет, это четвертый. Четвертый забег? Я каждый год бегаю. И каждый год вы меняете дистанцию принцессу? Да. А кем вы были в прошлом году? Микки Маусом. Микки Маусом, а в позапрошлом? А позапрошлом мы были, ну, я, наверное, Дракула была, по-моему. Каждый год я в костюме, и в этом году решила выбрать костюм своей профессии, я спасатель. А вам не будет тяжело в этом всем обмундировании бежать, еще и с каской на голове? Можно я попробую? Да, конечно, конечно. Она очень тяжелая, она же очень тяжелая. Как в этом бежать? Посмотрите, человек пришел подготовленно. Вы что, участвовали в каждом забеге вообще, Beauty Run? То есть вы уже, можно сказать, ветеран забега? Да, с самого начала я участвовала в забегах. Единственный забег не состоялся, который был в Жодино. Я вот бегаю сегодня в первый раз. Какой вы мне совет вообще дадите? Просто наслаждайтесь бегом, вот и все. Да? Да, получайте от этого кайф, удовольствие. И получаете массу улыбок от мужчин, которые будут вами восхищаться. Вы просто великолепно выглядите. Спасибо большое, спасибо. Это просто сегодня лучший комплимент. Спасибо вам большое, вы сделали мой... Все, все, можно уже и не бежать как бы. Секунду, тут очередь же вроде бы сейчас. Я не бежать, я потом вашу очередь не займу. Я просто чисто для кадра и все. Скажите, а почему вы решили считерить и на самокате? Ну, потому что после операции. Видите, можно находить оправдание, а можно найти выход. Если ты хочешь бежать, ты побежишь. Скажите, а вы бежите сегодня за красивыми мужчинами, которые на финише стоят? Да. Я ждет мой сын. Ждет сын? Да. Вот так вот. Как вам бежится? Как дорожка? Отлично. Супер, организаторы постарались. В некоторых местах даже лужи классные. Опять тут залез в руки. Стой. We are the champions, my friend. Саня. Спасибо! Ой, спасибо! Каша очень вкусная. Если такую кашу буду давать на каждом забеге, то я буду участвовать в каждом забеге. Сами поставили на финише мужчин, чтобы у женщин было больше мотивации прибежать. Конечно, и на финише медали выдавали, и розочки дарили, и поддерживали это наши мужчины, которые для вас готовы не только звездочек, но готовы всегда дарить тепло и уют. Это был мой самый первый забег, это был мой дебют, поэтому можете меня поздравить. Впечатления, эмоции просто класс. На самом деле никогда не думала, что получу такое удовольствие от бега. Я полна энергии и еще готова пробежать, наверное, еще 3 километра. Спасибо, что смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписаться на Минск Лайв, потому что здесь самые интересные новости про Минск и его жителей. А я полна энергии, пойду дальше.